А у нас ветрянка. Наконец-то, да? Дожили наконец-то до этого момента. Даже на ногах есть. О, покажу маме. О. Красота. А что это? Страшная сила. Покажи. Ай, стой, Ваня. Салюмалюку. Никогда ветрянка не была такой красивой, как в этот раз. Да. И даже на пятой точке из кисти. Даже на пятой точке. А, мы же, кстати, не показали на пятой точке. Мы тут крестики-нолики поиграли еще. Знаешь, я вообще это объяснилось такое. Потому что у меня ветрянка будет. Здорово. Ну как было так сделать?